Равнялась! Мирны! Равнение середину! Со сборкой, разборкой автомата, метанием гранаты или стрельбой эти парни справляются на ура. Юноармейцы со всех регионов Приволжского федерального округа больше 2 недель будут проходить военно-патриотические сборы в Пензенской области. Организаторы отмечают, гвардеец является центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе. На открытии ребят поприветствовал полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. В Приволжском федеральном округе традиционно очень большое внимание уделяется работе с молодежью и в особенности военно-патриотическому воспитанию молодежи. Здесь очень хорошие есть традиции. И надо сказать, что в целом за гвардейц у нас более 5000 молодых людей прошли через эти сборы. Подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. Также они примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО. Сборную Ульяновской области представляют 20 ребят. Гвардейцу они готовились в Ульяновском центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Но перед этим прошли отборочные соревнования. У нас были отборочные испытания среди всех команд и школ в Ульяновской области. Мы проходили испытания физические, бег 60-100 метров, 3 километра, потом подтягивания. Были еще и военные испытания, как разборка и сборка автомата, одевание ОЗК, строевая подготовка. В этом году участие в сборах принимают 320 юношей и учеников 9-10 классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и ДНР. Проводятся сборы под патронатом полпреда президентов ПФО совместно с Министерством обороны России. Анна Тищенко, Управда ТВ.